Пацаны, а чё у вас так много? Убивай, Артур, убивай. Я тебе поздравляю, да. Русакула, Кен, Хайзер. Не буду задерживать, сразу же скажу, что ролик получился просто бомбезным, и идею вы сами прекрасно понимаете. Мы пойдем подниматься до фул 6 с рандомного золотого оружия, но при этом возьмем это оружие друг другу. Все максимально просто. Ну и игра сама, конечно же, выдаст нам эту пушку, надеюсь. Ну а также, если вдруг ролик не грузит, то на Рутуб, пожалуйста, ссылка будет в описании. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, на Twitch и прокачку в Телеграме тоже как бы не забывайте посетить. Ссылочка будет в описании. Ну и больше вас не смею задерживать. Полетели сразу же к ролику. Так, ну смотри, давайте открою, давай посмотрим. Нет, я покручу до золотого, если они, конечно, выпадет. Ну-ка, меня обманули. Слиза, скамил, папок. Посмотрим. Что делать? Почему папок стал лагать? Нет, нам это не интересно. Погнали дальше. Так, что ж, я, короче, продаю пушки. У меня есть 1 600 000, просто я сейчас открыл 4 ящика, мне не упала ни одна золотая пушка, и пятый раз она тоже не упала, слушай. Сейчас я почку продам, подожди. Нет, я сейчас продам больше. Я продам обе почки, чтобы открыть 2 ящика, но иначе с одного ящика явно ничего не упадет. Зато, кстати, выпала МКшка-вышка, кайф, но не то. Оп. Все понятно. Я возьму что-то из своего инвентаря, потому что, ну, меня заскамили. Меня просто заскамили. Ну, слушай, пушку ты будешь видеть в любом случае, потому что мы иначе никак не запустимся, не показав друг другу пушки. Но у меня для тебя есть кое-что интересное. Ужасно интересное. Вот это вот. Я не говорю, что это хорошая пушка. Не-не-не-не-не, это не-не-не-не-не. Следующее. Это я просто... демку поставил. А с нее обвесы просто стянуть, так что, да, не повезло. Но... пушка, в принципе, достойная. Слушай, на самом деле играть-то можно с нее, почему бы нет? Так, предлагаю задачу облегчить, взять 6 рюкзаки, потому что у меня других тоже, оказывается, нет. А ты видишь мою пушку? Я ее взяла в руки. Ну, а в смысле? А почему ее не видно? Ну, типа, я могу увидеть, посмотреть, но я вижу, что это золотая аська, но... А как так? Что ты что наделала? Ты игру сломала, что ли? Это только с Сайгой работала. Ну, слушай, ШВшки, получается, тебе нужен урон на ШВ. Ну, слушай, задача легкая. Начинаем с третьей карты, фармимся до каких-нибудь шмоток, переходим сразу же на седьмую, и уже на седьмой фармим оставшиеся до фул 6 шмотки. Ну и желательно вынести, конечно, МКшку тоже. О, я могу взять второй рюкзак. Хочешь новый РП или крутануть новую рулетку в PUBG? Тогда тебе на FunPay. Здесь сотни игр, в которых ты можешь приобрести любой донат и неплохо сэкономить на этом. Здесь самая простейшая регистрация по почте или же ВКонтакте, буквально в пару кликов. И самый огромный выбор товаров. Например, я могу выбрать любое количество UC или любой другой донат в PUBG. Здесь есть абсолютно все. Включая метро. Чтобы купить товар, ищешь самую выгодную цену, выбираешь продавца, и ему можно задать вопрос по поводу товара перед тем, как оплатить. Далее оплачиваешь любым удобным для тебя способом, после оплаты пишешь свой ID, если покупаешь товар с выдачей по ID, и буквально пару минут, и UC-шки уже у тебя на аккаунте. Все покупки на сайте безопасны, ведь сайт не переведет деньги продавцу, пока вы не подтвердите получение товара. А также вы можете сами стать продавцом, если у вас есть что предложить. Ссылка на FunPay будет первой в описании, а я желаю вам приятных покупок. Так, с пушечка твоя. Ну, благо, что у меня вроде пушечка другая, поэтому, ну, все окей должно быть. Надеюсь, так, а что там? О, золотая фишка на... А, ну, прочный материал. Ну, ладно, слушай, у тебя баф хотя бы получше. Слушай, сейчас, короче, у нас спаун прямо перед нами, там противники, нужно быстро добежать вот до этой вот бетонной стенки и от нее отыграть. Но аккуратно, потому что справа-слева могут нас уже запушить. Что-то не подумал, что противников будет 4, и как бы... А мы без брони? Ну ладно. О, они тут, походу. Это люди? А, это бот. А где люди? А, люди вон там стоят, смотри, смотри, смотри. Опа-опа-опа. А где второй? Это просто голый стоял какой-то на месте, и все. Да-да-да, он там за деревом стоит. Блин. Только осторожно. От стенки к стенке, от дерева к дереву. Блин, я боюсь, что он стоит за деревом и, возможно, лежит под ним. Вот это вот самое стрёмное, потому что... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Подожди, может... Блин, там еще один. Ну, их двое, как минимум. Вот за этим вот деревом. О-о-о-о! Одна тычка, мне минус 80 хп сразу. Ой, это откуда было? С другой стороны. Там где-то. Предполагаю, что на вышке, конечно, но не уверен. Ну я там нокнула. Да, я понял, но тут еще один стоял. Он его добили. Или твоего... Отдобили сквад. Так, я вот этого нокну.
Мы хоть на таком же уровне... Оу, он близко, оказывается, здесь. Ау. Ема. Там самкашки издалека нас крысили все это время. Ну, осуждаю. Ориентируйся на звук. Офига, их тут толпа. Блин. Такое чувство, что они пошли меня золотого лутать. Вот есть такое ощущение. А, ну ладно, слушай. Первый блин комом, но что-то нам прям не повезло. Слушай, теперь все очень просто. Мы не будем перекидывать ничего. И просто с этим же и пойдем подниматься до фулл 6. Но все-таки у нас задача не менять пушки, а подняться до фулловой шестерки. Так что нужно показать силушку богатырскую. Нам дали такой ужасный спаун. Если сейчас нас захотят закрыть, нас просто съедят. Ну, прям серьезно. Если не захотят, то не съедят. И текстура какая-то пролетела, лемуха. Так, мы спалились. Окей. А, дай угадаю, ты эту карту не сильно знаешь, да? Вообще нет. Я просто думаю, ты уже бежишь как-то так. Ну слушай, здесь единственный варик, это, короче, гасить боссов. Нет, здесь радик самый опасный. Вот сюда лучше на радик, но не знаю, не заходить вообще. Я не знаю, зачем тут радик придумал. Не успел как ты... Как же ты красиво это сказала, но я понял, да, я тебя прекрасно понимаю. Да его. Я испугалась просто. Испугались? Забери у меня нет просто золотой. Нету. Чё с отдачей? Чё такая-то жесткая. Да и что-то у меня не сильно попадает, конечно. Я просто не понимаю, он по мне стреляет или куда он постоянно стреляет? Он, да в смысле, у меня в пули в меня не летят. А, ну китайся, он пинговал, наверное, или что-то такое. Ну-ка, о, блин, ну не повезло. Эй, блин, ну обидно, слушай, обидно. Ну ничего, сейчас я поднимусь до фулл 6, и я с тобой поделюсь с радостью. Па-бам-парам-парам-па-пам. Парарарам. Па-бам. Па-бам-парам-парам-парам. Ай, двое! Ухуа. Чёрт, а чё босс на меня? Это не я. Это не я! Черт. Если честно, я на себя рассчитывал, но что-то заруинил. Пожалуйста, попади. А, там дырочка была. Как я испугался. Я думал, смогу, Так, окей, в принципе, ничего не золото. Ну, шестерку, блин, завалил, но блин. Ну, кстати, нам дали очень хороший спаун, вообще крутой. То есть сейчас чисто на босса, и босс это наше все. Если успеем завалить, то круто. Если не успеем, то противники будут нам мешать. Да-да-да, как будто это уже не по нам. Кто-то побежал, блин. Ты нам зашли! А? А, ой. Капец, я ему лоу хп оставил. Шестерка фуловая. Мы... Бот вообще... Но он уже вылечился, кстати. Так, давай добираем. Он красный, красный, красный. Давай быстро выделяем. Броня. Давай, кому-то надо ее забирать. Кому... Забираю, тебе выпал. Тебе выпал, забирай броню. Давай, 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 броню, броню. Ну, все, теперь все на тебе. Слушай, две шестерки нас пушат. Неприятные люди, если честно. Я одного чуть-чуть не добью. Не знаю, как он выжил. Попался, попался, один попался. Евгений, 42, братан, тебе столько лет. Ладно, их не двое. А где еще? Где третий? Жить. О, вообще умница. Просто сквад задушили, прикинь. Жесть. Что за машины? Мне кажется, красный-то должен один хотя бы быть. Не, красный есть, да. Один красный, ну-ка. Это твой. Черт, слушай, мне кажется, типа, забирай ты, мне он, ну, типа, не холодно, не горячо. Я про шлем, вот про вот этот. Я поняла, я взяла. Нет, не, вот, да-да-да, вот этот, красивенький. Ага, я уже фулл 6 сейчас, дальше сами снимай. Спасибо, но вообще-то тебе еще надо рюкзак и так-то пушку, но... Как выпало, слушай, как выпало. Так, главное, чтобы нас не спалили Да-да, ну, блин! Как назло. Чё-то их много, Да-да-да-да-да, они идут. В упоре уже. Хаи кидают. А-а-а! Это кривая какая-то была она. Аккуратненько, прям все где-то. Ну вот это бот. Вблизи, а дальше вот там уже не бот. Вот этот левый. А я справа посмотрю. Ну, меня справа, по крайней мере, чекает, но...
Черт. Уйди, уйди, уйди. Он голый. Туда его. Туды. Боже, куда мы лезем? Поднимать пошел. Ага, фиг тебе, не дам поднять. Не-не-не-не-не-не-не. Даже голый тут для меня очень опасно. О, он прям... Да-да-да, он прям по нему стреляет. Можно сделать такую идею, короче, ты пушишь, а я сзади бегу. Ты просто танк? А сверху тоже, видимо, люди. Это, видимо, другой скот. А может быть этот же? Не знаю. А, ну там может быть бот. Подожди, вот так вот. Оп. Да, только аккуратно. Туда его. Откуда он с угла на меня вылетел? Я так испугался. Я не думал, что он... Бешеные, ну, пацаны. Да-да-да, это уже на вышке. Вот-вот-вот, смотри, вот выглядывает. Вижу. Их двое вам, что ли, или что? Сейчас у меня тут есть... Настя! Извиняюсь. Лишь бы они нас не запушили в этот момент. Надеюсь, что ты ему много дала. Что-то... Он пушит! Прячься! Здесь он сольник. Очень каленый. Я лекую. Меня сзади чел. Андрей! Я не ожидал, я ждал его справа, но не слева же, он в доме вышел. 10 киллов я сделал. Ботов, правда, но... Надеюсь, что лут наш с тобой сохранили. Ну, слушай, у тебя броню отобрали, это самое обидное, потому что мы не зайдем на карту уровнем выше, но зато у тебя есть шлем. Надеюсь, что они спину не чекнут, хотя это очень неожиданный спаун, на самом деле. Вот там человек, кстати, очень близко бежит, очень близко. Он что-то один. Фулл 6 стреляем? Это фулл 4. А, 4. Он один. Блин. Дай броню. Дай броню. Братан, на броню дай. Блин, шлем четвертый, ну ё-моё, ну чё так мало? Слушай, у него аптечки и гранаты есть. Ты чё, иди-ка сюда, гранаты. Гранаты, разверни. Гранаты, бери. Да-да-да-да-да. И аптечки бери. Давай. Всё, молодец. Вот ты же не плавает, Настя. Я виновата, что он не задумались. ОМГшка. Ну, сейчас не в этом контексте, конечно, радовало бы меня это. Тихо. Допил. А, там еще на вышке есть. Вот здесь. Братан, только не прыгай на нас. Прыгай, чел, прыгай. Вижу его. Башка была. Тихо. Оп! Туда его! Чего рода бить? И останется один на вышке. На вышке есть. Был на вышке. Он не стреляет, но это не надо. Блин, нельзя подсадку никакую сделать. Как забраться-то сюда? Маки есть? О! А, маки кончились! Нет! Ай, ты куда? Не вылазь! Да куда не вылазь? Я побежала за тобой. Они двое на меня смотрят. Их трое! Три шестерки! Ну три шестерки, ну я в смысле, я двоих убил, ну как их три-то? Хрена их там! Надеюсь, что это бот нас пушит. Где игроки опять, ну? Там чел, тут чел, а, голый. И на мне чел. Ой. Жить, пожить, пожить. Пожить. Вижу, ща я... Туда! Китайся, японися, серьезно? Да. Я сейчас подойду. Так, я тут фул патрончиков набрал. Минус 2. Китайся. Нормально. Старт хороший, шлем уже есть. Мы, кстати, теперь, по-моему, если я не ошибаюсь... Ля ты крыса, слушай! Вот так и доверяй тебе. Чтобы я тебя еще раз на ролик позвал. Фул 6 поднять, да. Да никогда я с тобой больше за фул 6 не буду подниматься. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ты не заметил? Да вот эту фигню. Че с задачей вообще? Какая она какая-то бешеная слишком. Бешеная. Это просто чел бежал, он просто лег и смотрит в другую сторону, не на нас, короче. Да, вижу. Сейчас будем снимать. Ты его как
как попасть-то? Нет, с пушкой что-то нету. Не-не-не-не-не, он один хп остался. И они уже, по-моему, кто-то стрельнул, тоже где-то лежит еще один. А он где-то вот здесь под горочкой. Под деревцем под горочкой. Да, это, видимо, он. Туда его. Так, еще остался Сэмка один, где-то тоже, наверное, скорее всего, голый, но я не понимаю, где он. Где-то за камнем или. Туда его. Хайзен, брат, но это не он же. Да, это не он. Это не он. Хайзен, здорово, братан! Ты что-то изичный какой-то, чел, фу. Так, что-то с них вообще ничего мы не заимели. Так, на рожке, конечно, файты есть. Можно попробовать чисто ради интереса зайти в радиацию, но я думаю, что не стоит этого делать. Нам нужно немного добить выкладку. О! Сразу по мне, но он какой-то кривой вообще ужас. Ну, ладно. Вали, покажу, как надо правильно стрелять. Ног! Вижу ног! Я не буду добивать, я просто сейчас послежу. А я выбиваю. Чего ты этого не... Не знаю, нам нужно срочно залутать. Я, ты, красный, я, быстро лутай, красный, быстро лутай. Сюда. На, здесь. Броньки имеются. Так, это тачка. Оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, хаешка. Он меня через дымы нокнул. Выперды. Беги сюда, в туалет, беги. Вот сюда, сюда, сюда. Аккуратненько. Так это дымы были там. Ничего не видно. Какие дымы, ты стоишь голый. Да я хочу броню. Ты где? Отдать тебе? Нет, ты первый идешь. Подожди, бустаемся, бустаемся. Нет, ты что? На броню забирай. Мы играли, наши пальчики устали. Сейчас мы отдохнем и сквад шестерок заберем. Погнали. Разминочка для метро. Проводи ее каждый этот. И болеть не будет. Я забегаю на вышку, у меня хэд ставит и все, да. Удачи, ну а за все изи просто. Это легчайший. Как бы, ну уверен. Красный? Да. О! Это второй. А, нет, это броник четвертый еще. Давай кабанчиком, кабанчиком, сюда, сюда. Да? Этот килл посвящается тебе. Спасибо. Наш тебе надо. У меня есть. Вот я вспомнил. Слушай, нам осталось поднять только рюкзак. Ты забираешь это? Ты это забираешь. Достойно заслуженно, слушай. Ничего себе, мы машины. О, еще зашли. Ну, слушай, это уже легчайший для величайшего, да? Ну, их многовато, кстати. Эу! Че? Это бомжики! Давай, гасите их! Как он жив вообще? Еще на кулак. Ты че, брат? Че, брат, как тебе дела? Убивай, я штурм, убивай. Я огурцы скину, не добивай по зайца. Не добивай по зайца. Я не делаю ничего. Третий, а не Тим. Третий, а не Тим. Третий, иди к мне, не Тим. Третий, беги ко мне. Ты крыса! Я? Он говорит, ну пожалуйста, не добивай, я штурм. Ты подошла, ебать. Он сказал, Тим на вышке у него. Но я ему не верю. Ну, maybe. Он мог обижать и сесть на вышку. Слушай, там патроны какие-то разрывные были. Страшно, по-моему, у штурмовика, что ли, от кого-то там валялось. Я штурм. Это не штурм! Это Кент. Ха, Кент Ютуб, домой Кента. Пацаны, кто изи Кент, ставим лайк каска под этим видео. Вышка. Сюда. Броня еще, ничего себе, слушай, у меня такой рюкзака нет, ничего не лезет. Так, ну слушай, МК-шку я бы взял, ну погоди, у тебя есть слот дополнительный? Итого его у него 655 тысяч, минус 7 игроков, но главное, что есть шлем, броня и куча всего. Не, но за такой подъем явно лайк, Наконец-таки седьмая карта. Как мы давно не виделись на этой карте, так что мы вернулись с третьей карты. И сейчас мы готовы разносить склады. Кстати, склады, насчет складов, вот здесь будет пачка. Ну, надо пройти побыстрее, а то сзади тоже придут. Мы идем пушить игроков, потому что мы фулловые шестерки. А, они, кстати, близко. Ну, слушай, он там на горе, типа, и вот здесь в упоре, в домике. В домике прячется. Чики-домики. Он внизу стоит, открывает. Чел, ты чё? Депс. Внезапный депс. Тут один еще стоит, вот здесь.
Ой-ой-ой. Что-то он мега-мега сильно растерялся, но там я другие типы понимаю. Идут. Я ног на одного перебегал. Прям за углом. Ну, принц. Да мы сегодня всех встретим. Сколько? Русакула, Кент, Хайзен. Все в одном ролике. Дядь Андрей. Есть проблема, то, что к нам еще идут. Андрюша, я бегу. Я нормально? Хорошо. Ты так сказал, проблема, я думала, это проблема. Ох, кстати, нифига себе, типа лута выпало. Ну, пацаны, ну не бей! Ко мне, ко мне, ко мне! О, господи. Помогай. Красавчик. Сколько три, нас? Три. Я один, ты дурак? Внизу. Иди в попу. Иди в попу. Пацаны, мы вас задушим, все. Андрей. А боже, гений, гений, гений. Да, там или двое, или трое их. Там я не понял так. Один я, пацаны, в соло развалил. Бля, как ты красиво их положил, смотри. Просто кругом. Ну это вот эта собака. Это не, это не. Я поняла, да. Это не их тиммейт. О, рюкзак есть, прикинь. Ну, собака не их тиммейт, нет. Не про собаку, а про то, что просто они красиво лежат. Да-да-да. Нифига, вот это было потно, но... Пацаны, конечно, спасибо вам за контент и всякие, ну... Ну там еще кто-то идет к нам, вот это вот проблемка. Они, кстати, мы с ними разговаривали. Ты слышала, я с ними ведь говорил. Угар. Штурм, что ли, или что это? Это не штурм, это шестерка. О. Подойдет. Ну да, лишний не будет. А, они внутри в здании? Да. О! Черт, он молики дает. Не только вроде. Тут много их, тут трое. Трое, прикинь. Выходит. 10 киллов было у меня. Ну, теперь можно расслабиться и снова пойти подбирать побольше лута. Ну, я думаю, что это будет последняя катка. Осталось Насте добыть рюкзак, и у нас, по сути, все есть. Так, ну, слушай, нам нужно выбить только рюкзак. Кстати, с босса может выпасть, но вряд ли. Так, прикольно, но неинтересно. Блин, нужны люди. На радике, конечно, файтиться уже попроще, лишь бы вчера они... Нашла. Не крысили. О, я тоже. Но это если будет варик, то откроем. Потому что если вдруг мы даже не выбьем рюкзак, то я думаю, можно как бы его и докупить. Но как бы сама понимаешь, что лучший метрошоп только у нас. Ссылочка тоже будет в описании. Походим, приобретаем сопровождение. Самый лучший только у нас. Кстати, одни из самых дешевых. Что-то я уже боюсь, что люди могут прийти. Чуть никого нет, странно. Можем, кстати, знаешь, как попробовать? Наверное, вариант прикольный, но... А я тут присижу, пока еще. На мне люди. Вижу. Блин, он лег. Иди у нас. С двух сторон. Ой. Сильно дал. Сильно дал. Где? Поднял. А-а-а. Где Андрей, он один. А где я другой? Сзади, сзади, сзади. Ой! Такие ошибки, брат, мы не прощаем. Что-то он там кричал. Слушай, выбить еще рюкзак. Я патрон почти все свои потратил, кстати. Ну а кто самый лучший здесь? Смотри, еще один красный, слушай. У него может уже что-то быть. О, вот это мой. Оп.
Опа. О, сюда, че надо. Опа. Блин, фигня какая-то упала, ну ладно. Ну ладно, не сильно везучая дверь. Слушай, а где у нас выход? У нас выход через воду, но... И они там, короче... Ой, тут чел... Ой, тут, раз. Слушай, бежим мимо. Это штурм. Да, тут штурмовик. Не успел закрыть, но он испугался вообще очень сильно. Максимально. Испугались? Ну что ж, на этом получается все. Мы с вами подняли фул 6. Вот давайте рюкзак все-таки для приличия надену. Потому что самое страшное — это слить рюкзак, который постоянно не падает. Кстати, броников шлемов было, ну, больше. Даже МКшек было больше. Получается, на этом все. За это однозначно лайк. Настя тоже это ролик посмотрит и лайк поставит. Обязательно. Да. И не болейте. До скорых встреч в новых видео. Пока.